четверг. Мы через буквально несколько дней будем отмечать наш замечательный православный праздник Светлого Христового Воскресения, а ему будет предшествовать день Благовещения Пресвятой Богородицы. Но этот замечательный праздник Благовещения, к сожалению, из года в год омрачается фактами жестокого обращения с животными. Я имею в виду факты, когда определенные дельцы вылавливают диких птиц и около храмов продают их для того, чтобы вот какой-то ритуал осуществлялся, эти птицы, так сказать, улетали. Ну, понятно, что эти птицы погибают в условиях города, и по этим фактам постоянно к нам обращаются и представители Русской Православной Церкви, и очень многие прихожане, и зоозащитники, и просто неравнодушные люди. Неоднократно по этим вопросам были наши обращения, правительственные телеграммы, и Колокольцеву, и другим представителям органов государственной власти, для того, чтобы эти факты пресекались. Потому что, смотрите, Дума действующего созыва действительно сделала очень серьезный большой шаг. Мы только за последние месяцы проголосовали и были приняты три хороших, важных закона, направленных на защиту животных, на защиту, собственно, людей от жестокого обращения отдельных лиц. Потому что мы защищаем людей, защищая животных. И вы знаете, что был принят закон, который упорядочил и запретил контактные притравки. Серьезная согласительная группа работала с сенаторами. И был принят закон по ужесточению браконьерства. И был принят закон, который вообще ужесточает жестокое обращение с животными. И сейчас очень многие зоозащитники, очень многие неравнодушные люди, они ставят вопрос о принятии закона, который бы запрещал вообще организацию контактных зоопарков, которые практически травмируют животных. И особенно запреты передвижных дельфинариев. Вы знаете, что дельфину ему надо проплывать в день 100 километров. Понятно, что в условиях такого искусственного передвижного дельфинария это невозможно. А как их перевозят в бочках, в каких условиях их перевозят? То есть это все факты, которые либо свидетельствуют о жестоком обращении, либо действия близких к жестокому обращению. Нам очень нужен быстрее в этом году закон об ответственном обращении с животными, большой закон обобщающий, чтобы защитить людей от безответственности тех, кто выбрасывает на улицу животных, от безответственности тех, кто не хочет за ними нормально следить, не хочет ответственно относиться, защитить людей, и защитить животных, потому что мы против жестокости. Поэтому я думаю, что в нашей Думе, которая сейчас действует, в этом созыве, мы должны продолжить эту линию. Эта линия правильная, она поддерживается большинством населения, большинством людей. Хочу сказать, что сейчас очень важна тема, она развивается. Вы знаете, ситуация на фоне сухого молока из Белоруссии, всех этих проблем. Сегодня еще раз встают вопросы качественных продуктов, экологически чистых продуктов. И вы знаете, что в Думе был принят нами в первом чтении закон о органическом сельском хозяйстве, об органическом земледелии. Сейчас мы смотрим поправки для того, чтобы отладить все вопросы, для того, чтобы когда вы покупаете в магазине продукцию и видите там отметку, что это фермерский продукт, чтобы это именно это и был фермерский продукт, чтобы это не был обман, чтобы никто на этом не наживался. Поэтому вот эти вопросы, которые направлены на защиту людей, на защиту детей, они будут и дальше нами активно рассматриваться, и мы будем при вашей поддержке этим заниматься. Спасибо.